пунктов до 5% годовых. Сегодня мы обсуждали два варианта решения – повышение на 25 и 50 базисных пунктов. Поясню, почему мы выбрали именно такой шаг, ускорили возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Экономика продолжает активно восстанавливаться. По нашим оценкам, она вернется к допандемическому уровню уже во втором полугодии. Банк России повысил ключевую ставку с 4,5% до 5% годовых. Об этом 23 апреля сообщили эксперты после совещания Совета директоров регулятора. Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска, говорится в сообщении. Это решение позволит снизить темп инфляции и укрепит курс национальной валюты. Также вырастет процент по кредитам и депозитным вкладам, сообщили в Центробанке. По данным регулятора, устойчивое замедление годовой инфляции произойдет во втором полугодии 2021 года.